Москва, 28 мая, РИА Новости. Столичный метрополитен начал продавать билеты на экскурсии по московской подземке для иностранцев онлайн, сообщила пресс-служба ГУП «Московский метрополитен». Ранее сообщалось, что в московском метрополитене начнут проводить экскурсии для иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу 2018. С 10 июня по 15 июля в столичном метрополитене организуют 72 экскурсии на английском и русском языках. Московский метрополитен открыл продажу билетов на экскурсии по метро для иностранных гостей. Они будут проходить с 10 июня по 15 июля. Приобрести билеты онлайн можно уже сейчас на сайте Музея Москвы masbura.chon, являющегося партнером проекта, говорится в сообщении. Согласно сообщению, посетителям расскажут о современных станциях метрополитена и Московском центральном кольце, МЦК, и покажут самые красивые станции метро, открытые для пассажиров еще в конце 30-х годов 20 века. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.